15 марта в Государственном киноконцертном зале «Чермен» состоится благотворительный концерт «Живая память», посвященный народному артисту Осетии Валерию Сакаеву. Все вырученные средства будут направлены на установление памятника Валерию Сакаеву в городе Цхинвал. В концерте примут участие ведущие артисты Юга и Севера Осетии. Ждем вас 15 марта в 18:30 Государственный киноконцертный зал «Чермен». Справки по телефону 8 929 810 0035.